Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это краткий гайд-обзор на Цератозавра, нового динозавра в обновлении 6.5 The Isle of Rima. Собственно, давайте рассмотрим его крики. Единичка. Зов. Двоечка. Мирный крик или принятие пати. Троечка. Агрессивные крики. Четверочка. Зов о помощи. Давайте рассмотрим его укусы. Во-первых, сразу скажу, что цератозавр не умеет прыгать. Итак, левая кнопочка мыши – укус. Укусы на альте. Зажмите правую кнопку мыши, чтобы активировать заряженный инфицирующий укус. Также при этом цератозавр достаточно хорошо крутится. Также хочется отметить, при простом укусе вы наносите инфицирующий укус. Запомните, друзья, что цератозавр при каждом своем укусе тратит бактерии. То есть, обратите внимание на его желудок. Видите колоночку, заполненную серым цветом? Это бактерия, которая есть внутри пасти вашего цератозавра. Чем более гнилую пищу вы едите, тем вы получаете лучшие бактерии. Также хочется отметить, что цератозавр может есть кости. При этом вы будете получать все три нужных нутриента. Давайте рассмотрим его статистику. Цератозавр, собственно, при фул росте имеет вес 1300 тонн, максимальную скорость 40 км в час, и его сила укуса равняется 150 ньютонам. Также стамина цератозавра при беге составляет около 2,5 минут. Рост цератозавра без нужных нутриентов 3 часа, с хорошими нутриентами примерно 2 часа. Когда вы джуф цератозавр, вы достаточно медленные. Так что, если вы раститесь в одиночку, лучше опасайтесь открытых мест. Также хочется отметить, что у цератозавра самый лучший нюх в The Isle of Rima. Кости, тухлое мясо, воду он может учуять намного дальше, чем любой динозавр. Гнезда цератозавра мусорные. Также цератозавр может учуять динозавра, которого вы укусили и которого вырвало, тот получил, собственно, инфицирующий укус. Вот такую иконочку вы можете увидеть на компасе. По поводу отравления. Запомните, чем больше еды в желудке у вашего противника, тем больше вам придется наносить укусов. Обратите внимание на колоночку справа. Это всего лишь был один укус цератозавра. Достаточно было нанести еще 2 укуса, нас бы начало тошнить посреди сражения. Также цератозавр не восприимчив к бактериям. Если вас укусил противник цератозавр, либо по случайности свой тиммейт, вы не получите инфицирующий укус. Хочется отметить, что цератозавры – это каннибалы, которые питаются своим видом. Также цератозавр, находясь с трупами, издает определенные звуки. Это означает одно, что у вас самые лучшие бактерии, и у вас будет достаточно сильный инфицирующий укус. Thank you.
Чтобы избавиться от этого, нажмите троечку, либо укусите воздух. Надеюсь, что краткий гайд вам понятен, и ты обязательно поставишь пальчик вверх, подпишешься на канал. Собственно, всем хорошего выживания в The Isle of Rima.